В Астане двух мальчиков-близнецов, от которых отказалась мать, вернули под ответственность бабушки и дедушки. Полтора месяца дети находились в больнице, туда они поступили с двусторонним воспалением легких. После выздоровления малышей собирались определить в приют, однако после сюжета на 7-м канале органы опеки позволили оставить мальчиков в семье до решения суда. Спасибо всем, кто помог. Я даже рада. Дома нас ждут уже, соседи ждут, дети ждут. Совсем я не могу даже выразить, как я рада к этому. Большое вам спасибо, кто помог, кто это сам откликнулся к этому вопросу. Сейчас родная бабушка пытается оформить официальное опекунство над мальчиками. Для этого по закону нужен еще письменный отказ отца детей. Но пока о его местонахождении ничего не известно. Напомню, несколько дней назад мы рассказывали о том, что Эльмира Ибраева обратилась в полицию с заявлением о том, что больше не хочет воспитывать трех своих сыновей. Через какое-то время к женщине проснулись материнские чувства, но вернуть малышей обратно оказалось гораздо труднее, чем отказаться от них.